сделали. Ой, как красиво. Так. Это у нас... Не пойму, что. Короче, тут столько всего наделанного, что я не знаю, что... Тебе Каролина показала, где мы сидим? Так, сейчас я снимаю. Дорогие наши зрители, кто хочет в отель «Утопия» попасть, я хочу вам показать ужин. Начнем с ужина, а потом все остальное сниму. Это шоколад, тут все льется. Они потом накладывают его и выносят. Это вкусняшки детские. Здесь разные сыры, кальмары. Так, здесь какие-то вкусняшки. Здесь это рыба, картофель, ну, там сладости, арбузы. Так, дальше что у нас? Это типа наших голубцов. Это тоже мясо, рис. Так, и здесь тоже пюре. Так, пойдем дальше, покажем вам, что тут есть. Камила, сладости не бери, я уже взяла. Ты пюре хочешь? Вот пюре. Вот это ты себе взяла столько пюре. Сладость, ты будешь это кушать? Смотри, бери то, что будешь кушать. Ну, возьми, возьми. Так, это сладости, пошли. А соус, ты не хочешь себе полить? Это с тыквы сделали. Ой, как красиво. Тебе Каролина показала, где мы сидим? Так, сейчас я снимаю. Ну, в общем, догадывайтесь сами, что это такое. Я еще сама этого всего не могла попробовать. Тут столько всего много. Так, пошлите на третий ряд. Ну, это точно эклеры с шоколадом. Это все пошли сладкие стол. Тортики разные, пироженки. Там груши, персики, апельсины, все, что желает. Это все тортики. Стороны тортики. Так. Что я еще не показывала? Дальше пойдем.
груши, апельсины, персики, сливы. А что это такое, не пойму. Ну, тут тоже груши, яблоки, персики и т.д. и т.п. Так, теперь помидорчики, салатики всякие разные. Короче, кто любит зелень? А это стыки всякие. Изготовление красивое, вырезанное. Прелесть. Здесь сразу соусы. Кто какие любит. Там всякая выпечка, булки, банки, что здесь у нас? Ну, здесь непонятно что. Все стоят, берут. Тут сразу жарят и подают. А, вот рыба. Рыба. Что там? Так, пошлите дальше покажу. Картофель запеченный, огромная рыба. Так, еще я вам детское не показала питание, там есть. Огромная столовая. Или ресторан это считается, или столовая. Людей очень много, но еды тоже очень-очень много. Придешь в любое время, и всегда можно покушать. Тут даже до часу ночи можно приходить, кто слишком голодный, и тоже кушать. Детский ужин. Здравствуйте. Здравствуйте. Animation team. О, что вы тут взяли? Угу. Так, здесь детские супчики, фрикадельки, макароны, пюре, сосисочки, все какие-то детские, печеньки разные. О, бурага, лухум ракат надо взять будет. Это сладости. Это детское питание.